Господи Боже славы, Отче Вседержителю, Боже Саваоф, иже древом жизни посреди рая сущего прообразилось и животворный крест, на нем же возлюбленный Твой Сын пригвожден бы в умре, и смертью смертью мертви, и Его же Церкви свое оружие непобедимое, веру утверждение, крепкое спасение упование, и жизнь получение дарова, тем же мы, раби Твои, толике благодати ту несподобшейся, благодар несуще славы, благодарное и смиренное поклонение в мольбу Твоему Величеству приносим. Посли ныне благодать Пресвятаго Твоего Духа, милостивно презирая на знамение сие крестное, гроб усопшего здесь лежащего, верного раба Твоего митрополита Антония, знаменующее и благослови освятие, и дашь ему быть и знамением страшным и крепким на все враги видимые и невидимые, прогнание же отражение всех козней и прилогов дьявольских, Твоим людям же да будет покров державен, веры утверждения, надежды подкрепления, в обранных победы и во всех добродетелей приспеяния, и всем пред сим знамением Тебе кланяющимся и мольбы приносящим, милостивен послушатель, и всех яже ко спасению прошения богатый податель буди, и якоже крестом мир от греховного осуждения освободилась и, сицы и рабы Твоя сие крестное знамение, верно совершившее, и зде любви ради яже к мертвым и усопшим, зде лежащим, воздвигшее силою креста возлюбленного Сына Твоего, всегда победители быть и греха яви, и вся земная и небесная Твоя блага им даруй, и крестом всегда к благому всех верных наставляя, к восприятию небесного венца приведи, Ты бы и все освящение, источник и всех благих податель, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Освящается крестное сие знамение благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже духов и всякие плоти смерть поправый, и дьяволу празднивый живот миру Твоему даровавый, сам Господи упокой душу усопшего раба Твоего, преснопамятного преосвященного митрополита Антония, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойне, отнюдь уже отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им делом, словом, помышлением, яко благие человека любит Бог прости, яко не есть человек, и же жив будет и не согрешит. Ты бысь и кроме греха, правда Твоя правда во веки, и Слово Твое истина, яко Ты есть и воскресение, и живот и покой усопшего раба Твоего, преснопамятного преосвященного митрополита Антония Христе Божий наш. И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
премудро. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Воскресы из мертвых, живыми и мертвыми обладая, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, душу от нас, представившегося раба своего, преснопамятного преосвященного митрополита Антония, в селениях праведных учинит, в недрах Авраамле упокоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит. По блаженному спени, вечный покой, подашь, Господи, рабу Твоему, преснопамятному, преосвященному митрополиту Антонию, и сотвори ему вечную память. Вечная память преосвященному, преснопамятному владыке митрополиту Антонию. Наверное, все те, кто здесь собрался, помнят владыку. И у каждого есть какой-то свой опыт общения с ним. Я вспоминаю свою первую встречу с владыкой. Это было в далеком 1965 году. Когда он приехал в тогдашний Ленинград и вместе с преснопамятным, покойным владыкой митрополитом Никодимом совершал божественную литургию в Никольском кафедральном тогда соборе города. Я стоял с посохом у владыки Никодима и был поражен всему тому, что я услышал от владыки Антония, который тихим голосом, сила которого, может быть, без микрофонов была недостаточной, чтобы его хорошо слышали во всем Большом Соборе. Но я стоял рядом, и я слышал от начала до конца эту пронизывающую сознание проповедь, которая несла в себе не только мудрые мысли, но, несомненно, духовную силу. И уже тогда и сердцем, и умом почувствовал, что владыка совершенно особенный человек, от Бога одаренный, обладавший совершенно особой харизмой. И затем по жизни мы часто встречались с владыкой во время различного рода международных конференций. Затем мне приходилось неоднократно бывать в Великобритании. Он приезжал в Россию. И нас всегда связывали очень добрые, искренние отношения. Мы достаточно откровенно говорили даже о самых в то время деликатных вещах, связанных с положением церкви в Советском Союзе. Владыка всегда был очень доброжелательным слушателем. Он никогда не задавал таких сложных и трудных для ответа вопросов, потому что не хуже нас знал, что происходит в стране и что происходит в церкви. По многим вопросам мы были с ним очень единомысленны. И это единомыслие проявлялось по-разному и во многих обстоятельствах. Когда владыка
заболел и стал уже слабеть, то каждый из нас, кто его знал и любил, желали долгих лет жизни, но одновременно сознавали, что жизнь человеческую невозможно продлить искусственно. И поэтому мне в то время, председателю отдела внешнецерковных связей, надлежало позаботиться об устроении церковной жизни в Великобритании после владыки Антония. И многие из вас знают, что эти годы после смерти владыки были непростыми. Но по милости Божией, и, может быть, и по молитвам владыки, все устроилось. И те тучи, которые нависли над нашей общиной здесь, в Великобритании, они рассеялись. И уже мало даже кто вспоминает об этих тучах. А приход стал еще сильнее, сплоченней. Он объединяет людей старших, тех, кто хорошо помнил владыку, кто его любил, кто был рядом с ним, и новых людей, многие из которых владыку не знают и не помнят. Я думаю, что долг нашей православной общины, долг Суржской епархии хранить память о владыке Антонии бережно, с великим благочестием, с любовью. Он был основоположником епархии, он создал вот эту православную общину, русскую православную общину, открытую к англичанам, к людям разных национальностей, которые действительно являются украшением нашей здесь духовной православной жизни. Я глубоко убежден, что память о владыке бережно сохраняется в сердцах тех, кто его любил и знал, и даже в сердцах тех, кто его не знал, но кто полюбил через его творчество, через его проповеди, через рассказы о нем. Пусть светлая память о владыке митрополите Антонии сохраняется из поколения в поколение в благодарных сердцах православных людей Суржской епархии. Храни вас Господь! Господь, Его изображениями милостив нам.